Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором, если вдруг что-то появилось на продаже, то вы сразу можете смотреть обзор на этот товар здесь. Если хотите ничего не пропускать, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и буду благодарен за лайк. Да это все не стоит вам ровным счетом ни гроша, а для меня существенный вклад в развитие канала. Спасибо вам большое за понимание. Итак, ребят, в этом видео обсуждаем с вами набор за 12 500 золота, в который положили Шкоду Т27 и Титана Чириоттера. Легендарный внешний вид на Шкоду и X5 в количестве 20 штук на каждую из этих машин, открытое все оборудование. Открытая оборудка, да, позволит вам сэкономить в районе 3,5-4 миллионов серебра. Это немало, вопросов нет. Крайне красивый аватар, который навряд ли кому-то надо, и никто на эти аватары, в принципе, в наборах не смотрит и ложит их сюда, как мне кажется, просто для того, чтобы было больше всяких слотиков в самом наборе. В отношении легендарного внешнего вида, на сегодняшний день никудышний абсолютно, ничем не примечательный. И, в принципе, что с ним, что без него. Поэтому его я даже оценивать не буду, хотя своей голды он тоже, в принципе, стоит. В отношении Шкоды Т27 обсудим более подробно в этом видео. Ну и выкатим обязательно ее из ангара. В целом машина морально устарела. Да, безусловно, играется на сегодняшний день очень сложно. Имеет очень приятный барабан на 3 снаряда. 1,5 секунды перезарядки между собой внутри барабана, что действительно просто бешеная скорострельность, как для барабана на 8 уровне. Но при этом там всем время перезарядки магазина целых 16,3 в базовом состоянии. Короче говоря, не сильно приятно, и это все обсудим, как я уже сказал, немножко позже. В отношении Титана Чириоттера ссылочку положил вам в описании, для того, чтобы посмотрели абсолютно честный обзор на данную машину. И моя история появления Чириоттера в игре приблизительно следующая. Мне плюс-минус нравились Титаны. Это уникальные машины, они обладают своим каким-то уникальным геймплеем. Есть вот эти защитные бронелисты. На одной тачке это бронелист срабатывает при потере более 50% по хпшке, ну а на других машинах необходимо нажимать на соответствующую клавишу, либо нажимать на соответствующую кнопку в оборудке. Простите, в амуниции. И, соответственно, эти бронелисты закрывают определенные части машины. В частности, в Титане Чириоттере закрывается вот эта часть. Когда сказали, что появится ПТ-ха в семействе Титанов, я очень сильно обрадовался, потому что подумал, блин, ну действительно, ПТ-хи-то не хватало, средняк был, тяжелый танк был, ну и вот, наконец-то, будет ПТ-шка. Но нет, ребят, взяли Чириоттера обычного проходного, налепили на него бронелисты, немножко по-другому перерисовали, чуть-чуть поменяли в ТТХ, причем не сильно заметно, и разницы особо я, играя на Чириоттере обычными, на Титане не ощущаю. И сказали, вот вам, пожалуйста, Титан Чириоттер. Но по факту эти бронелисты, как видите, вообще ничего не закрывают. В бортах вот здесь вот пробивается по башне абсолютно спокойно и выцеливается очень легко. Огромный пятак сзади, который пробивается просто на ура и тоже выцеливается без каких-то сложностей. Ну, в общем, ребят, спереди вообще ничем не закрывается рубка, то есть как было, так и есть. И вот эти части, кстати, тоже. Ну, в общем, не могу сказать, что Титан Чириоттер производит какое-то действительно впечатление лично на меня, как представитель семейства Титанов. И если говорить откровенно, то 8500 Титан Чириоттер вообще не стоит. Ну, просто не за что. Не за что здесь платить 8500. Его оптимальная, максимальная цена, и то, вот, знаете, так, чисто коллекционеру в коллекцию, ну, пускай 7000. Ну, это вот по максималочке, даже с открытым всем оборудованием. Но 8500 это перебор. В отношении Шкоды Т27, ну, я бы сказал так. Поскольку машина морально устаревшая, но все-таки это восьмерка, и в умелых руках она действительно может фанить и довольно неплохо показывает себя в боях, ну пускай 6500 в голом состоянии, без оборудования, оборудку оцените самостоятельно, ну и, соответственно, выйдите на плюс-минус какой-то адекватный цене. Таким образом, получается, что 12500, ну, такое себе, знаете, то есть можно вроде бы и взять, потому что номинально получается дешевле, это всего лишь по 6250 золота за каждый танк, да плюс открытая вся оборудка, но все равно, поверьте мне, на Титане Чириоттере часто играть вы не будете. Если вы коллекционер или вам не хватает именно Чириоттера до коллекции Титанов, то окей, хорошо, тогда можно брать, действительно ценник тогда будет усредненно объективен. В отношении Шкоды, как я говорил,
устаревшая морально машина, и здесь действительно очень сложно играть именно из-за времени перезарядки самого магазина и отсутствия какой-либо брони в данной тачке. 2000 единиц ДПМа, 16,3 время перезарядки, и при этом всем действительно очень хорошая перезарядка внутри самого магазина, всего лишь 1,5 секунды. То есть вы реально все 3 снаряда успеваете реализовать вполне спокойно за 3 секунды с момента, как сделали первый выстрел. В отношении бронепробития все нормально, все классно, 210 единиц, играя не хочу, против восьмерок играется абсолютно спокойно. Средний урон 220 единиц, вполне себе нормальный для барабана на 3 снаряда, итого получается с барабана 660 среднего урона, что в целом, согласитесь, довольно неплохо. При этом всем, несмотря на то, что это барабанное орудие, вы имеете крутое время сведения в 2,9 секунды, но тогда, когда в оборудке поставите себе 2 слота на улучшение данного показателя, именно так я себе и сделал. Разброс при этом, можно сказать, 0,3, и опять-таки для среднего танка с барабаном это действительно классный показатель. В общем, в отношении выцеливания, пробивания и наношения урона вопросов абсолютно никаких нет. Вопрос только в том, как пережить 16,3 секунды. Если вы умелый танкист, то вы с этим абсолютно спокойно справитесь. Да и плюс к тому, вы имеете угол склонения орудия вниз минус 8. Да, это не для того, чтобы отыгрывать от башни, потому что, как я уже сказал, башня не шибко забронированная, но на неровностях самое то, что надо. Ну что, давайте возьмем Шкоду Т27. Все-таки мне кажется, что она является лидером по качеству в данном наборе, и посмотрим, на что она реально способна. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Сейчас посмотрим, кто куда поедет, и от этого будем отталкиваться, будем принимать решение, куда конкретно двинемся мы. Почему говорю так? Потому что Шкода, она не предназначена абсолютно для того, чтобы вы первым рвались в бой, прилетали туда и гордо всех там разбрасывали. Не получится у вас это. Как только вы на Шкоде приезжаете куда-нибудь и встречаете своих соперников, да, в течение 3 секунд вы закидываете им целых 660 единиц урона, и возможно вы поцарапаете не одного соперника, а сразу двоих, а может быть даже троих, потому что барабан на 3 снаряда, но дальше вы уходите на перезарядку на более чем 16 секунд. Брони у вас нет, танковать нечем. Если вдруг где-то что-то как-то танканули, будете задницей прыгать на стуле, потому что, ого, ничего себе, у вас это получилось, вас не пробили. Какое сегодня везение, наверное, схожу в казино. В общем, Шкода предназначена, как мне кажется, для игры исключительно от команды. Для того, чтобы находиться рядом со своей союзниками. И, соответственно, пока ваши союзники сдерживают ваших соперников, вы перезаряжаетесь и через каких-то там 16 секундочек вы опять полезны своей команде. В отношении точности, орудие действительно точностью обладает, в отношении скорости перезарядки вообще никаких вопросов нет, я имею внутри самого барабана. В отношении времени сведения все тоже очень комфортно и приятно. Короче говоря, в целом танчик по орудию довольно-таки неплохой, главное понимать, вот на наконец-то танканул целых 400. Хотя я так понимаю, что скорее всего это вообще диво-дивное какое-то было. Скорее всего в стык бронелистов куда-то попало. В общем, на вот это вот время перезарядки вам необходимо спрятаться или поменять место дислокации. Я же предпочитаю менять место дислокации в тех случаях, если понимаю, что смогу проскочить. Если я понимаю, что проскочить мне не суждено, то, соответственно, я остаюсь там, где я был, просто прячась где-то за какими-то укрытиями. Но, как вы видите, это не очень сильно помогает. Ну и, соответственно, сама судьба говорит мне о том, что надо разворачиваться и петлять в какую-то другую сторону. Если говорить о удачных боях, тогда, когда вас разобрать быстро не смогли, и ваша команда была довольно-таки подкованной, слаженной в своих действиях, то в целом на Шкоде можно вполне спокойно вывозить по 2,5, а порой и по 3000 урона. Но это только если вам повезло с командой. Если с командой вам не повезло, то может вы такое количество урона за бой и вывезете, вот толку только от этого не будет абсолютно никакого. Возможно ли на Шкоде самостоятельно затащить? Я думаю, что нет. По одной простой причине, потому что вот сейчас, допустим, играл бы я на Проджете 46, и у меня была бы возможность дальше накидывать. Ну а так, ребят, я просто отхватываю и выезжаю вполне спокойно в ангар. Убегал от Т-54 облегченного и в целом понимал, что как только Т-54 на меня выйдет, я уж точно не танканул, ну и, соответственно, отправлюсь отдыхать.
В данном случае у нас будет поражение, но, как вы знаете, я ничего никогда не выбрасываю из своих обзоров. По одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели танки такими, какие они есть на самом деле. Без приукрашений, без красивых нарезок, без вставляния в видео самого красивого победного боя на огромное количество урона, потому что это будет нечестным по отношению к вам. Я-то понимаю, что основываясь в частности и на моем обзоре, вы будете принимать решение покупать вам этот танк или не покупать, и будете представлять себе, как вы будете играть на той или иной машине. И не хочу, чтобы вы расстроились, если вдруг приобретете себе танк, думая, что это имбище, а окажется, что далеко не так. Я не киберспортсмен, не киберкотлета, не самый подкованный игрок в этой игре, и поэтому никого не учу играть в танки. Показываю танки средними руками и больше чем уверен, что таких игроков большое количество. В отношении результатов по данному бою я занимаю второе место в команде по урону. Если бы команда была немножечко более подкована и немножечко получше сыграла, никого не обвиняю в поражении никогда, просто констатации факта ради. 353 единицы урона, 636, 637, 769. Ну, с такими показателями вытянуть бой, я думаю, вы сами понимаете, практически невозможно. Так вот, если бы ребята сыграли немножечко получше, то и я бы мог набросать побольше урона и все равно был бы в топ-2, в топ-3 по урону в своей команде однозначно даже в победном бою, потому что Шкода на это действительно способна. Стоит также отметить, что на сенсорнике играть на Шкоде гораздо тяжелее, нежели играть с ПК. Об этом тоже необходимо помнить. Я стараюсь быть максимально полезным, максимально объективным, максимально честным. Если вы с чем-то не согласны или наоборот разделяете мое мнение, пишите об этом обязательно в комментариях, мне будет приятно почитать. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, буду надеяться на ваш лайк. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.